Головное питание – те хотели бы вы стать наставником. Больше за 160 вучнев отказали с годой. На самом форуме разважали, насколько привабная для молоди профессия наставника, якой повинна быть сучасная школа, как створяются семейные династии. Цель нашего форума – показать, как прекрасна Гомельщина нашими педагогами и узнать о том, о чем думает сегодня молодежь, какие проблемы. И, конечно же, сверить часы и еще раз убедиться в том, что у нас наш молодежь – это наша опора и надежда. И завтрашнее будущее в надежных руках. На сегодняшний день у Гомельской области працуют больше за 28 тысяч педагогов. По статистике, что год у сферу эдукации приходят каля 800 молодых специалистов. 85% из них протягивают педагогичную деятельность на первых працовных местах.